Таркила. Здравствуйте, тетушка Таркила! Здравствуйте! Ой, здравствуйте! А куда это вы на ночь глядя собрались? Так это, у меня-то путь один, но поликлиника, магазин. Тетушка, а какая же поликлиника ночью? Ночью спят все. А, да, и пока дойду, и утро будет. А, известно, какая у тетушки Таркилы скорость. Черепашья. Да. Ниф, а давай мы тетушке Таркиле поможем. Давай, конечно поможем. Меня мама учит старшим помогать. Тетушка Таркила, а давайте мы вас домой отведем, а сами за всем сбегаем. А, так и вам в поликлинику надо? Приболели, что ли? Нет, мы здоровые. Мы в магазин и аптеку сбегаем, а доктора домой пригласим. Домой пригласим. Не-не-не, молоко не буду. Слушай, Ниф, а давай я пока сбегаю в магазин за лекарствами, а ты тетушку Таркилу домой отведешь. Хорошо? Да, давай. Тетушка Таркила, а что вам надо купить в магазине и в аптеке? А вот, милок, списочек у меня готов. Все прописано там. Все, понял. Понял. Давайте, тетушка Таркила, корзиночку, я скоро мигом прибегу. Пойдемте, тетушка, я вас до дома отведу, чай попьем пока. С печеньем? Да. Миндальным пойдем. Тетушка Таркила, Ниф, вот и я вернулся, прибежал. Быстро ты, я еле убраться успел. Ой, зайка, ты посмотри, да чистота, порядок, цветы полил. Молодец, поросенок, ух, помощник. Конечно, вы пока, тетушка Таркила, за одно-то дело возьметесь, а уж гляди за другое, а Ниф у нас быстрый. Да, вот. И зайчик у нас быстрый. И я быстрый, все вам принес, что было написано. Вот чай, вот кефир, а вот, ой, сахар, вот, а вот вам бублички, так, что еще надо было купить, вот, это ваши любимые, наверное, да? Ой, печенье, да, ой, мелодальное, да. Ну что, ой. Давайте ужин готовить. Ой, давайте. Тетушка Таркила. Подождите, а мне ж в поликлинику еще идти надо. К врачу. Здравствуйте. Ну, где у нас больной? Здравствуйте, доктор Айболит!